Саш, а как так получилось, что вот ты шел-шел по дороге, к тебе пристала какая-то женщина и отвела тебя из секты в другую церковь? А, да нет, это не так было. А как? Эту женщину я давно знаю. Она просто сказала, пойдем сходим в церковь православную. Я говорю, ну пойдем. Ну, сходили. Сегодня вот я сходил с утра еще раз. А и позавчера еще был. А падра тебя не накажет? Пресвитер? Падра? Нет, там свобода. Как свободно? А вдруг он узнает, что ты в православную церковь ходил? Да ходил? Ну что, а что он сделает? Как что? За руку опять здороваться с тобой не будет? Да, он и так особо не здоровается. Я помню, ты переживал очень сильно, что он за руку с тобой не здоровался. Да. А сейчас мне стало все равно, здороваться или не здороваться. Ну а как вот ты думаешь, вот сейчас люди ходят в церковь, сейчас пандемия. Ну я думаю, лучше дома посидеть. Будет лучше. Ты же сам вон видел уже сколько по этим там церковных служителей заболели и умерли. Потому что целуют одни иконы, одни и те же. Тряпка там лежит, чтобы протереть. Ну а что? Вирус она не сотрет. А ты не целовал? У меня маска была. Ага. Я вот маской прикасался вот так. Ага. А там без масок еще целуют, что ли? Нет, сейчас все в масках. Ага. Но все равно там же народу-то нам много. Ну, прям. Прилично. Маска да. Опасно, не... опасно, базара нет. Ну, Второй раз не хотелось бы там оказаться с короной. Короче, второй раз ты уже туда не пойдешь, наверное. Да я не знаю, если будет плохо, пойду. А в вашей, в протестантской, там более как бы... Ну там хоть стулья, там как-то тебя все знают, ты всех знаешь. Ага. Служение на русском языке понятное все. Проповедь. Там пастор говорит час где-то проповедь. Угу. Ну, в православии там другие обряды. А на крещение в прорубь пойдешь окунаться? Не. Не ходишь ты туда? Не. А в протестантстве вообще ходят в прорубь прыгать? Или нет? Да не знаю, нет, не ходит. Ага. А вот это, помнишь, история была крещение в джакузи? А, ну это меня и крестили. В джакузи? В бассейне. Крещение в джакузи, крутая вещь. Теперь меня хотят раскрестить. Зачем? Православную. Ага. Чтобы я вернулся в лоно православной церкви. А, типа, сейчас ты заблудшая душа, да. Типа. Да, епитимию ага. Еще могут наложить. А это на коленях стоять там надо, ну, и плеткой тебя будут выпить. Нет. Нет? Вот, не будут допускать год к причастию, допустим, вообще. А стоят ли такие муки тебе терпеть? Ну, я не знаю. Ну, а там что? А с другой стороны, крестик за 450 рублей тебе уже купили. Ну, да. И дело в том, что я ходил и до протестантов. Ходил в эту православную церковь. Вот. Такие пироги. Ну понял. А какую-нибудь церковную мудрость можешь сказать сейчас? Церковную мудрость? Да. Ну или завет какой-нибудь. Завет. Сейчас, подожди. Не верь, не бойся, не проси. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне и я в нем, приносит много плода, ибо без меня ничего не можете делать. Иоанна 15, стих 5. Вот спасибо, Саша. Ну ладно, удачи тебе. Спасибо.